Село Сундырь ухоженно и красиво, а с горы, на которой мы сейчас побывали, поистине открывается вид чудесный на село сие и Волгу-матушку. Так я величайшим своим повелением дарую сей горе имя государю. Слушаюсь, благодарствую. От имени купцов села Сундырь я приму к вам прошение. Ваше императорское величество, выражаем огромную благодарность вам и царю батюшке за то, что он разрешил вести торговлю нашему селу и дал свободу иноземным купцам. И просим назвать его вашим матушкой именем, а мы за вас денно и ночно молиться будем во славу Господа нашего. Успехом вашим я рада, и посему даю свое согласие, чтобы отныне Сундырь носил статус города и звался бы именем моим Мариинский, увенчанный милостью короны российской. Да здравствует благословенный город Мариинский Посад! Ура! 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 Милостивейшая государыня матушка, не позвольте гостям с собой сфотографироваться. Подходите быстро.